Нашел классное приложение, с помощью которого можно спокойно расслабиться, лечь на диванчик и зарабатывать на полном пассиве. Ну и что вы думаете? Я хотел бы не прилечь, а Оскар с Евой заняли мои места. И как мне теперь работать? Хотя у меня есть одна идейка. Ой, ребят, мне еще плохо. Эй, что с ним? Походу, он сейчас блеванет. Блин, он реально блюет. Валим, валим. О, вот это другое дело. Можно полежать. Привет! Сейчас на своем примере покажу способ заработка, который приносит аж до 200 рублей в сутки на полном пассиве, пока вы спите, ну или валяетесь на диване. В общем, приступаем. Совсем недавно появилось вот такое вот приложение Apple Money. Сразу говорю, его нет в Play Market, и где его можно скачать, я расскажу только в конце видео. Так что обязательно смотрите выпуск полностью. Итак, тут есть два способа заработка. Первый способ. Кликаем по яблоку, и вам за это платят. Да, может быть это и смешно, но это самый простой заработок, который я только видел. Гляньте, у вас за каждый клик прибавляются деньги на балансе. Да, это реальные рубли, не монетки. Их, друзья, можно вывести, но про вывод я расскажу чуточку позже. И так кликать можно вообще бесконечно. Чем быстрее вы кликаете, тем быстрее вы зарабатываете, и при этом, видите, никакая реклама вам не мешает. Вот такой вот кайфовый и простой способ заработка. Но, во-первых, как бы быстро вы ни кликали, тут много не заработать, потому что за каждый клик вам платят 0,00001 рубль, а это довольно-таки мало. А во-вторых, пальцы просто устанут столько кликать, и хочу вас обрадовать, здесь есть второй способ заработка, который может приносить деньги на полном пассиве, и сейчас я покажу, как это сделать. Суть второго способа заключается в том, что вы кликаете на кнопочку «Получить», после этого запускается коротенькая реклама, вы ее смотрите, и за каждый такой просмотр получаете оплату. Вот, соответственно, нажимаем «Получить», запускается таймер на 20 секунд, ждем его, таймер подходит к концу, и автоматически запускается реклама. Смотрим ее обязательно до конца. Итак, реклама подошла к концу. Че тут, Оскара что ли рекламируют? Че он делал? Блин, ну ладно, не знаю, спалился походу. Закрываем ее, и за это нам заплатили 0,6 рублей. Да, за каждый просмотр тут всегда платят по 0,6 рублей, и это вполне хорошая оплата для таких простых приложений. Зачастую я вам показывал приложение с оплатой там 0,2, 0,3, а тут 0,6 рублей, и это офигеть как прибыльно. Но наверняка многие из вас спросят, блин, а почему на балансе все так же по нулям? Не переживайте, чтобы баланс отобразился после просмотра рекламы, надо просто кликнуть по яблочку. Опа, и вот они, 0,6 рублей тут как тут. Итак, смотреть эту рекламу тоже можно бесконечно. И вот тут уже можно даже вручную, смотря и закрывая ее, заработать супер приличную сумму. Но все равно, хотелось бы, чтобы телефон сам смотрел эту рекламу, вы вообще ни о чем не думали и даже его не трогали, и дайте я вас обрадую. Да, здесь разрешено так делать, сейчас расскажу как. Первым делом переходим в телеграм-канал этого приложения по ссылочке под видео, и здесь в закрепленном сообщении ищем вот такое вот сообщение. Здесь вот есть скачать макрос, нажимаем и загружаем вот этот вот файл. Это и есть макрос, который будет за нас смотреть рекламу и приносить нам деньги. Вот, просто жмем сохранить загрузки. После этого скачиваем уже многим известное приложение MacroDroid, запускаем его и после первого запуска даем ему все разрешения, которые он у вас запросит после именно первого запуска. После этого нажимаем экспорт-импорт, здесь импорт, и выбираем тот самый наш макрос, который мы только что скачали, и нажимаем добавить. Все, супер. Кстати, под одним из прошлых роликов многие мне написали, что вот таким вот способом через кнопку импорт у них не получается добавить макрос. И сейчас я вам покажу, что вам может помочь решить эту проблему. Для этого заходим в проводник на вашем телефоне и здесь просто находим тот самый макрос, который мы с вами скачали. Выбираем его, здесь вот тип файла запрашивают, выбираем текст и здесь нажимаем открыть с помощью и выбираем MacroDroid. То есть вы прямо отсюда макрос открываете с помощью MacroDroid и вот таким образом у вас по идее макрос должен установиться, так что попробуйте. После того, как макрос установлен, мы его просто вот так вот включаем и идем в приложуху. И смотрите, сейчас этот макрос будет запускать рекламу, ее смотреть, сразу же закрывать, и при этом за каждый просмотр нам будут капать деньги на баланс. Вот смотрите, просто запускаем макрос, он сразу же запускает на таймер, ждет 20 секунд, таймер подходит к концу, автоматически запускается реклама, макрос ее смотрит до конца. Реклама просмотрена, макрос ее сразу закрывает и автоматически жмет
дальше смотреть следующую рекламу и запускает таймер. И так он будет делать без остановки, не переживайте, деньги копятся на балансе, просто они будут отображаться только после того, как вы нажмете на яблочко. Вот, уже следующая реклама пошла, но он, блин, шустрый. Вот, собственно, и есть весь пассивный заработок. И сейчас я хочу оставить этот макрос ровно на целый день, ну или же на сутки, и посмотрим, сколько он мне за это время денег заработает. Итак, засекаем, сейчас у нас 7.14, вторник, 15 марта, так что, друзья, запускаем макрос, кладем телефон, ну а я пошел отдыхать, заодно, блин, оскруча по шее дам. Так что все, пока, вернусь завтра. Итак, друзья, сутки позади, сейчас уже среда, 16 число, 8 утра. Я, честно говоря, макрос выключил где-то час назад, вот как проснулся, сейчас чаек попил, умылся. И смотрите, по итогу у меня на балансе 127 рублей 57 копеек. Да, тут вот так как-то странно, единичка отделилась, видимо, баг какой-то. И, друзья, за сутки по итогу, смотрите, макрос просмотрел 2026 рекламок. Неплохо тогда. При этом, друзья, я вообще ничего не делал, даже не трогал телефон. Несложно посчитать, что таким образом макрос мне за неделю принесет практически косарь на пассиве. Это же чистый кайф, и давайте это все будем выводить. Минималочка на выплату, смотрите, здесь мизерная, всего лишь 5 рублей. Выводят заработанные деньги на Киви и на баланс мобильного телефона. Я буду выводить заработанные деньги на Киви кошелек, здесь указываем номер Киви кошелька, здесь вашу электронную почту, и здесь пишем, какой способ вывода. Ну, то есть, прям вот буквами. Я написал Киви, если это у вас номер телефона, то так и пишем, номер телефона. А то вам могут просто на этот номер телефона вывести деньги, а не на Киви. В общем, все я заполнил, нажимаем вывод, все, заявочка на выплату у нас принята. Так, смотрим, да, вот баланс у нас, видите, теперь стал по нулям. Как быстро деньги придут, я не знаю, но, блин, надеюсь, в ближайшие дни, так что просто ждем. Давайте на всякий случай засечем здесь время. Среда, 16 марта, 8 часов утра. Итак, друзья, вот уже вечер следующего дня. Сегодня у нас четверг, 17 марта, 21.29. Только что пришло уведомление на мой Киви кошелек о том, что он пополнен на 127 рублей 57 копеек. Вот, деньги только что прям пришли. В 21.28 на следующий день, ну, полтора дня деньги шли. Супер. Самое главное, что пришли и вообще без комиссии. А также советую посмотреть видео, в котором я показал приложение, который достаточно просто запустить, и пассивный заработок запускается сам, автоматически. При этом вы можете полноценно пользоваться телефоном, как захотите. А на этом все. Всем пока.